Это окуня. Ну, блин, там, братан, чуть побольше, может, был. Но я его не поднял бы уже никак. Всем шалом. Братан, давай! На рыбалке мы чем-то спасаемся. Спасаемся, ну, чтобы не спать ночами, потом днем работать все же как-то, да? Вот. Вторая упаковочка. Шикарно. Неделю мы живем шикарно. Шикарно, шикарно. С доставкой, пожалуйста, на берег. Теперь можно идти переодеваться в машину и начинать рыбачить. Мы живем на Неве, грубо говоря. Ура! Можно так сказать, да, мы живем на Неве. Ну что, ребят, всем доброго времени суток. Мы в очередной раз приехали на Неву с Андрюхой СПБ. Будем импровизировать. Один будет ходить в микруху, второй будет с хэвиком. Посмотрим, насколько будем упираться в крупную или нет. Пока думаем все же 4 дюйма, но, может быть, перейдем на более крупные приманки. После выхода из машины придет понимание, что полетит в воду. Так что, ребят, смотрите, не переключайтесь. Мы погнали. Так, Андрюха тут уже собирается. Нюансы. Ну, мне нравится вот эта рыбка. Не, вот с этой начну. Блин, она реально такая прям. Вот с этой начну. А что это за петушок такой? Прикольно. Ну, вообще считается как бы щучья резина, но судак вполне хорошо ее полюбил, скажем так. А я беру микруху в бой. Минимизируем расходники, вяжемся напрямую. А, да? Без карабинчиков. Вот это прикол. Зацепов много. Так, а я сегодня опять буду на Алюксе. Мне очень она зашла, катушечка, просто. Как-то я ее недооценивал сначала, пока не попала она мне в руки. Их уже забросил и уже выманивает рыбу. Опять старая тема, кораблики пошли. Ну что, давайте сразу мне кабанчика окуня, и мы с вами разошлись. Первый заброс и нормальный окунец. Вон, смотрите. Хороший окунец, огонь, красноперый. И приманку, конечно же, убил. Есть? Так, ну что, второй заброс. Есть. Однокалиберный. Стандарт. История повторяется, как бы окунь клюет на каждом забросе, реально. Вот сейчас я забросил. У Андрюхи тоже что-то там долбит такое нормально. Ну, а приманка крупная стоит. Я думаю, мы сейчас словим что-то хорошее. Есть. Вот как палка, да, вот работает просто, блин. Уже фонари зажглись, так что как бы сейчас он еще должен активнее начать клевать.
Братан! Андрюха! Андрюха! Андрей, блядь! Судак! Блин, глухой, я ему ору! Да я понял! Сейчас он сачок возьмет. У меня, блин, шнур 0,4, ё-моё! Труба, я кричу тебе какая тут, не знаю, братан! Да я, блядь, не слышу! Шучка? Судачок, у меня 0,4 шнур. Говори. Снял? Ну конечно. А все, что? Сачок, с этим сачком только пить подавать. Надо наш брать сачок. Или Андрюха, это? Андрюха. Я в наушниках был. Так все равно, пока я разродил этот сачок, на наш доставать подъемник и все. Наш спокойно десятка влезет, а тут всего лишь полтораха, полтораха в микруху. Это джип, это не отлог. Твою налево. 0,4 шнур. А, ну вы видели сами, ё-моё. Обидно. Окунь. Ну это не тот судак, блин. Это окушок. Ё-моё. Да, ребят, вы видели, да, сами все. Досадно. Ну, подержал. На микруху, блин, на эту палку, это просто, блин, надо ощутить, это непередаваемо просто, ребят, я вам говорю, 0,04 шнур, ну что хотел, конечно, так по-другому, в честь судака, блин, спасибо большое, хоть кто-то уважил. О, вот это бутерброд, я понимаю. Скумбрия. Со скумбрией. Со скумбрией. На, огурчик. А еще огурчик, да, вот так. О, шикарно будет. Во, рыба. Рыба, нормальная рыба. Нормальная рыба. О. Ах, свалился он. Свалился, такой красавчик. Есть. Вот. Тоже такой нормальный окунец. Вон. Есть, тоже нормальный. Вот нормальный, нормальный такой. Сразу будем поднимать его. Больше дадим. Давай, 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 давай. Оп, бля. Красавчик какой. О. Ну тот еще был больше, все равно. Ну вот такой. Окунец. Другой добил. Сошел тоже.
Сейчас я его доловлю, блин, этого кабана, который сошел у меня был. Он стоит, тут котлит просто, вот крупный окунь. Хороший. Хороший, да? Хороший. Ну вот, я же тебе говорю. Так, да, я тебе говорю, боец, смотри, смотри. Оп, 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 косметик. Оп, 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 оп. Я же говорю, что это куня такие. Не, ну, братан, ну тот больше, который сошел. Давай, 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 давай. Оп, тихо, смотри в лицо, не этот. Товарищ, да, такой? Снимешь? Конечно. Давай на свой щелк, они как. Вот, вот это окуня. 30 сантиметров. Зачет? Дерзкий, блин, да? Дерзкий, да. Наверное, обучался у Брусли. На тренере не так он себя ведет, на голове он позднее. Ну да. Это вообще не ухо. Головишка? О, то подожди, это, блин. Кто это вообще? Это? Ялец, наверное. Вот так. Давай щелкани ко мне. Так. О. Нормальный. Такой. Ну вот мы плавно переехали на другую точку уже. За более крупной и правильной рыбой. Это место, где тогда Андрюха 4-5 сделал. Ну вот Андрюха уже хапнул судачка небольшого. Нормально. Да? Да, фоткаешь? И вот так вот вяжемся. Через каждых 4-3 заброса нужно постоянно тренироваться перевязывать. Почему? Потому что здесь перспективная точка. Почему она перспективная? А ну, товарищ, генерал-майор. Есть еще перспективнее. Генерал-майор, объясните, это пожалуйста. Пушки, это красин, ловить в джиг, это просто убийство. Вот просто убийство. В джиголовку именно, если, да? На сегодняшний день вяжусь уже 8-й раз. Мы приехали с этого места, не считая там еще с тех старых мест. Да. 8 раз я вяжусь, 8-й раз. Но я пока 3-й. И вот отсюда это... Но здесь есть рыба, как вы уже видели на прошлом видео. Но мои нервы не такие пока еще железные, как у Андрея СПБ. Вот, я думаю, наверное... Жабу парю. Я думаю, скорее всего, не надо мне, наверное, даже вставить карабинчик. Я же говорю, надо минимизировать расходы. Да. Карабин это лишнее. Пойду жабу парю. Давай, давай. Пошел, говорит, жабу упорит. Давайте посмотрим. Сверху кто-то должен на ведро поднимать сюда. Да. А ты, если не мила сама, ты туда украла. Я не вижу, батя. Камера включилась. Вот он, долгожданный. Я поверил приманку, братан. Я поверил приманку. Да не, нормально, я это подниму. Я это поднимаю. Заводи. Я подниму его. Тогда ты снимаешь, туда я тебя сфотографирую. Сейчас я просто даю. На фоне. Братан, ну я кайфанул. Я. Он небольшой, но для меня это кайф. Да? Да, да. Ух! Он сам убежал. Он знает, как ему надо сделать здесь. Я пока только разогреваюсь. Точно по фон Клаузевицу. Война до победы и точка. Я поставлю вас всех на уши.